Здравствуйте, уважаемые. Ну что, штурманем это гнездо разврата, именуемое Дом Комстока. Так, эти крюки, они интересны для чего? Запрыгнуть я на них не могу. Ладно, сделаем единственное возможное. Твою ж хитрить, колотить. В этот раз меня выпустили только в другую дверь. Ёлки-палки. Что тут творится-то? Соловушка. Соловей-разбойник. Ну блин. Куда летим? Почему снег-то кругом? Нет, так просто ты от нас не убежишь. Так, ну тут-то без драки не обойдется. Да, в этой реальности Элизабет превратилась действительно, как Комсток хотел, в правительницу Колумбии. Или Колумбии. Как угодно. А эти что? Эти, видимо, в другой реальности погибли. Кто эти страшные люди?
Так, ну солей хотя бы. А это еще что за хрен? Ё-моё! Вы кто такие, а? Ну? Еще желающие получить по репе будут? Кто эти бурмоглоты? Откуда они взялись? Какие-то сумасшедшие, что ли? Даже обыскивать... Даже взять с них нечего. Бомжи чертовы. Давненько не забавлялся с Маузером. Ну что ж, походим с ним. Doesn't matter. Just gotta get to the warden's office. Ну и что? Какой-то доктор Петтифог теперь появился. Послушаем, что тут у нас от Элизабет. Сифон, нечто вроде поводка. Да, мой отец надел его на меня, но когда вышел срок, я сама не стала его снимать. Что если без поводка я окажусь столь же покорной, как и с ним? Что еще за сифон? Остается только ехать и выяснить это лично. Ну, согласитесь, отдавать Элизабет этим вурдалакам мы не собираемся. А, о как. Конечно. Блин, они ведь меня сейчас так грохнут. Черт, меня дери. Это что за... Это что за долбанный хоррор? Где же мне взять еще солей?
Куда они все делись? Ну, блин, она попала в руки к этому психопату. Где? Черт, их побери. Так, никаких патронов не хватит. Ладно. Допустим, соли. Что у нас тут? Где мы плачем? Наш разум с рождения объят порочными мыслями. Некоторые столь дикие, что никогда не найдут прощения. Разум нужно вырвать с корнями. Моих детей не за что винить. Они безупречны и лишены выбора. Ибо в чем ценность воли, если дух порочен? Снесло крышу у девочки. Это чудовищно. Может, а можно мне взять кувалду? А можно, можно мне как в The Walking Dead Survival Instinct? Что тут тоже будут? Не хотелось бы. Блин, куда бежать-то? Отбиваться от них бестолку. Блин, так ведь убьют Элизабет, но надо быстрее, блин. Что там? Откуда, блин? Ё-моё! Ну? Кто там? Ух ты ж, блин! Почему-то на него не подействовали. Ну давай уже.
Блин, а эти-то откуда тут взялись? Блин, так ведь опять грохнут, а? Хо-хо-моё. Ох, охонюшки. Что же мне с тобой делать-то? Упыри, ой, упыри, ой, упыри-то. Надо с этим дядей что-то делать. Блин, оттас вообще. Оружия нет ни хрена, эти набегают все время. Что за хрень творится? Идите уже сюда. Пробуем проломиться. Гаденыш. Ну, наконец-то. Подлюка. Не вижу, откуда стреляют. Ой, ну и что? Что у нас плохого? Где тут этот-то был? А, этих все колбасит. Не-не-не. Отвалите от меня. Как они сюда-то добрались? Они же должны быть привязаны. Да. Тяжело играть с маньяками в их игру. Ладно. Нет, это бестолку. Мне ловить нечего. Может, здесь остались какие-то огрызочки.
Ребят, хоть что-нибудь. Хоть какой-нибудь ствол. Хоть немножко патронов. Для чего угодно. Это же какой-то натуральный... Ну, может быть, не хоррор, но уж точно сурвайвал. Я что-то там видел. Что тут блестит? Ага. Не, серьезно, вы чё? Это же аптечка. Как ее достать? Ага. Вот так вот. Хоть аптечкой разжился. А то этих шельмецов ведь... Так просто не возьмешь. О! Патроны есть. Еще немножко. О, соли. Прекрасно. И убежать-то от них никак не получалось, от этих гадов. Да. Ну, есть, конечно, патроны для пистолета. А что толку-то? Да нет, уж лучше как-нибудь с этими. И что же нам там покажут? Да. Ну это просто... Это авторское кино. Не судите строго. Смотрите, тут даже... Тут не только маски отцов-основателей, тут и маска Комстока. Отмычки. Кто открывать-то будет? Отмычки-то для кого? Ну, хоть чем-нибудь борожиться, ребят. Блин... Во! Заметил? Ага. В принципе, есть шанс. Так. Послушаем очередную запись от Элизабет. Приведи девчонку, и мы в расчете. Но ведь в конечном итоге именно ему придется заплатить по всем нашим счетам. Где начинается его вина и кончается моя? Это все, конечно, обо мне. Ну, то есть, о нас, о Букере. Лучше, конечно, не нарываться. Есть у меня одно нехорошее подозрение относительно того... Кто это странное существо,
Но пока высказывать его не хочется. Ладненько. Так, какой-то зал обучения. Where we learn. То есть там, где мы учимся. Но ведь не бросал. Не бросал. Как же так вышло-то? Так, ну вот и здоровье вроде максимум. Офис управляющего. Ну, почти на месте. Гибель линкора. Да. Что-то какие-то безумные стали записи появляться. Центр безопасности? Я не думаю, что здесь мы будем в безопасности. В центре безопасности вы не в безопасности. Но не придавайте это дело гласности. Кабинет директора. С каждым днем я все меньше верю в Бога и все больше в Лютес. Моя сила увядает, уступая место сожалениям. Во всем виноват отец. Он подвел меня. Когда я поняла, как далеко зашла, было уже поздно. Но у нас с ним остался последний шанс искупить вину. Господи, о каком шансе идет речь? Что она задумала? Так, выходи. Ага. Нет, я лучше... Или... Тридцать два патрона в карабине, или... Вот сколько-то... Почти полные в ручной пушке. Наверное, я ручную пушку лучше оставлю. Но вообще возьму именно дробовик. Шляпа упрямый убийца. Угу. А сравнить... Да вы что? Нет, ребята. Я возьму это снаряжение, но
вряд ли когда-нибудь променяю. По-моему, возможность получить временную неуязвимость является моим единственным шансом пройти эту игру на режиме повышенной сложности, который, блин, себя полностью оправдывает свое название. Так, куда-то я иду, все иду. И вот я вроде как уже и пришел. Тут много всего, но... Пути назад нет. Я не смогу это остановить. Но, быть может, я смогу помешать этому начаться. Он был моей первой надеждой. Теперь он моя последняя. О какой надежде идет речь? Твою за ногу. Желающий получить. Ну, получи. Не вопрос. Зараза, напугал как. Ничего. О, бродит. Я вам сейчас бродилки-то устрою. Ах ты ж, блин. Вот засада-то, а? Так, ладно. Попробуем. Немножко по-другому. Жаль. Жаль. Вот так вот. Ага, здесь-то я был. Вот, вот, чего мне не хватало. Замечательно. Где-то у меня были... Во! Эх, ладно. 50 патронов, это все-таки маловато. А
А 47, думаю, неплохо. А тут-то чего? Что это вообще за место? Так, ладно. Атриум. Завтра поводок исчезнет, потому что все это закончится. Но даже если я уничтожу сифон, хватит ли мне мужества увидеть все двери, выбрать одну из них и открыть ее? И если я приведу его сюда, кто сказал, что он справится с монстрами, созданными мной? Крыша едет, едет крыша. Но в следующий раз мы только сможем посмотреть с вами, куда она доедет, эта самая крыша. Не забывайте ставить лайки. А я думаю, следующее видео вы будете и так ждать с нетерпением, потому что накал страстей просто бушует. С вами был Любопытный Геймер. До связи.